здравствуй, новый светлый день! И Божия, Божия, и Дети Победимая, Страна моя, наш славная, ты самая любимая! Это Татьяна Михайловна Енина, заместитель директора музея, и Ольга Борисовна Строгова, ведущий сотрудник музея. Приехали они с почетной миссией, у нас осуществляем еще один проект, который будет в ноябре этого года. А мы представляем сегодня вот такую передвижную выставку этого музея. Можно сказать, вот мы работаем с опережением, значит, постановления президента, вот об организации и Министерство культуры России с организацией таких обменных выставок. У нас эта выставка была запланирована, и вот мы действительно с большим удовольствием представляем эту выставку. Это реплики, воспроизведение фотографий 30-х годов, Москва, какой она была, это и люди, и образы города, строящегося, и еще про которые в то время еще как бы не был городом, а было бы так. Приусали такие участки вокруг Москвы, еще такой загород, но который сегодня уже стал действительно центром, можно сказать, центром Москвы. Вот. Мы благодарим за то, что они любезно представили эти фотографии. Я думаю, эта выставка будет интересна все-таки достаточно большому числу зрителей. Это и как жанр фотографии, которые для выставки ценился, и в которые у нас много очень хороших профессиональных фотографов, и последние десятилетия людей, увлекающихся фотографией, увеличилось. Вот. Это и обращение к истории, потому что Москва – это город, с которым мы связаны, и, несмотря на такое сейчас беспокойное время, которое все-таки дагестанцы приезжают, бывают, многие живут там, и Москва – это и город, который стал и частью нашей жизни. Вот, поэтому эта выставка, думаю, будет интересна и для студентов, и для людей искусства. И я с большим удовольствием предоставляю слово Мурану Хабибовичу Гаджиеву, заместителю министра культуры, который сегодня пришел поприветствовать. И хочу передать, что наш министр культуры Залима Жуна Бутаева передавала свое поздравление с открытием выставки, благодарность и Татьяне Михайловне, и Ольге Борисовне, которые приехали, ну, в связи с тем, что уже у нас когда отметили институт культуры, и очень активно идет работа, и мы смогла лично присутствовать. Большое. Сегодня наш музей изобразительных искусств представляет нам интересный проект. Это выставочный проект, который нам привезли с Московского государственного объединенного музея «Коломенское». Выставка называется «Фоторепортаж из далеких 30-х годов». В ней показаны старые восстановленные фотографии, которые представляют быт, жизнь, уклад людей того времени. Данная выставка интересна тем, что по поручению главы республики Министерство культуры активизировало работу по взаимообмену, по обмену культур, по проведению выставок российских музей у нас здесь. Также музей изобразительных искусств планирует 3 выставки в этом году, которые будут проходить в Москве и в других городах России. Я думаю, что не все наши дагестанцы имеют возможность выезжать в крупные музеи республики, не все имеют возможность при выездах там,
посещать музей там. Поэтому вам было бы всем удобно приходить на эту выставку, смотреть, что нам могут представить наш известный московский музей Коломенское, с которым давно уже музей образовательных искусств дружит. И предлагаем посещать эту выставку. Спасибо. Представить слово Курбанали Магомедовичу Магомедову, который, несмотря на то, что он пожалован в другой области работы, будет тут оценить нашу работу. Спасибо. Дорогие друзья, рад вместе с вами побывать на такой выставке. Особенно рад, что приехали к нам, наши гости. Приветствую вас. Вы видите, что то, что с собой вы привезли, безусловно, оно оставит у нас замечательные впечатления. Я думаю, что о Дагестане вы тоже уедете с замечательными впечатлениями. Но фотография – это, конечно, то, что человек сталкивается впервые в жизни, видит себя со стороны. И когда фотографируется, говорят, раз и на всю оставшуюся жизнь. Вот такое явление фотографии. А Союз художников в России недавно был на съезде, когда обсуждали вопросы, в том числе об искусстве изобразительном, о классическом искусстве. Достаточно много было сказано о актуальном искусстве, современном искусстве, в том числе о фотографиях, что тоже необходимо уделить внимание, тоже только обогатить наши выставки. Поэтому, наверное, будет сочетаться, будет отныне, наверное, совместные такие выставки. Не только будут изобразительным искусством, но и фотографии тоже. Конечно, еще раз хочу сказать, что вот этот обмен выставками, межкультурное общение и действительно играет большую роль в культуре и становлении творческих людей. Многие мои коллеги-художники получили классическое образование в Москве, Петербурге, Тбилиси, других городах и занимаются изобразительным искусством. И многие наши исторические произведения, история нашего края, Дагестана, запечатляют в том числе наши замечательные фотографии. И многие именно у нас уходят, и они у нас всегда говорят, только что действительно сегодня я не вижу, ни Чутру я не вижу, не вижу я и других фотографов, Зургалова не вижу. Фотовистов оказалось, что они должны были быть, наверное, они будут посетять. Вам огромное спасибо, и будем сотрудничать. Будем обмениваться не только фотовыставками, но и другими выставками. Спасибо еще раз всем организаторам и с праздником всех. У нас есть другой Чутры, не совсем что Чутры нету. Вот. Я хочу представить слово Татьяне Михайловне, которая наш гость, и которая, думаю, есть что сказать об этой выставке. Спасибо, дорогие гости. Вы знаете, мы очень рады, это уже не первый наш совместный проект. Я хочу несколько слов сказать, что сегодня, сейчас у нас в Коломенском, в Москве, проходит грандиозный выставочный проект, который был осуществлен благодаря Министерству культуры Республики Дагестан и лично Зарипа Тарасовны Рамзатовой. Это выставка «Дагестан глазами Евгения Лансере». И вы знаете, очень трепетное отношение и очень хороший резонанс произошел в московских музейных кругах по этой выставке. И так совпало, что мы запланировали заранее открытие культуры. Для нас это первая региональная выставка, первый выезд, первая галочка, так уж если формально говорить, в рамках работы Года культуры. И мы очень рады, что мы год открываем именно здесь, на южном форпосте России, и я думаю, что это только начало. Несколько слов об этой выставке я хотела бы сказать отдельно. Дело в том, что почему возникла эта выставка? Она возникла достаточно неожиданно. Мы обнаружили в нашем собрании удивительную коллекцию фотографий очень известных художников 20-30-х годов. И изучая эти фотографии, и изучая само искусство фотографии, мы поняли, что мы обладаем удивительными отпечатками. То есть это начало фоторепортажной съемки 30-х годов. Собственно говоря, в России, в советском государстве,
съемка, фотосъемка возникла благодаря декрету, по результатам декрета 1919 года, когда киноиндустрии и фотоиндустрии присоединили к ведомству наркомпроса. И, в общем-то, пошло, закрутилось, и, естественно, все фотографии, они были построены прежде всего как агитационные. И вот это искусство агитации, фотографии, начали развивать прежде всего художники. То есть люди, которые получили классическое образование, которые имели богатейший опыт по изучению истории и культуры России. И, естественно, они знали, что снимать и как снимать. И те задачи, которые были поставлены в 30-е годы, показать народного труженика, жителя города, жителя села, каким образом они достигают своих целей, каким образом их лица, их, собственно говоря, повседневный труд, в том числе и праздничные дни, как они отдыхают. И вы можете обратить внимание, с помощью каких приемов пытались передать и выполнить эти задачи художники. Может быть, с помощью неординарных ракурсов, вид снизу, вид, как говорится, сверху. Может быть, с помощью постановочных кадров. На первый взгляд это выглядит наивно, но тем не менее, с помощью таких постановочных кадров можно было представить агитационный листок без пояснения. То есть зрителю сразу становится все понятно. Вот счастливый гражданин, он трудится, у него все хорошо, он счастлив. И, собственно говоря, все эти задачи, которые они решены, они прежде всего решены высокохудожественно. Я хочу отметить, у нас представлены фотографии очень известных художников. Это Лизихин, Гудаяров, Борщевский, то есть известный археолог и историк древнерусского искусства. Те люди, которые, в общем-то, знали, что снимают, они знали и были уважаемы не только в России, но и впоследствии в Советском Союзе. Поэтому я прошу обратить внимание и молодежь, и всех знатоков, и искусствоведов. Это очень редкие кадры. К сожалению, их сохранилось совершенно буквально единицы. Мы уточняли и поняли, что невольно, как говорится, обладаем уникальной коллекцией. Поэтому эта выставка, я хочу отметить, она третий раз всего показывается. Первый раз мы ее показали у нас в музее, затем мы ее вывезли в Тверскую картинную галерею. И вот третий раз мы к вам привозим. Очень рада, что я надеюсь, что она будет пользоваться популярностью, и вы сможете рассмотреть и понять, собственно говоря, все те открытия, которые осуществляются, и все так называемые новшества в художественном мире, это уже было придумано давно. Спасибо. Дорогие друзья, в течение месяца эта выставка будет работать, и я думаю, что представители университета, которые как раз вот историческим факультетом, институтом и университета будет очень интересно посетить, потому что это редкая возможность вот так увидеть воочию такие вот и сами объекты, и то, как изображались, и сама история создания этих работ тоже будет вызывать интерес. Спасибо всем, выставка начала работу, так что добро пожаловать. Музей в Коломенске началось, продолжается, и я думаю, еще мы неоднократно будем свидетелями каких-то хороших совместных работ. Спасибо. Несутся по цветам и травам, и кующий май, поют руки по всем составам, любимый вставай. Синим днем сады и парки наш радуют взор. И так прилупые байдарки наши ровы красоты.